Всем привет! У нас сегодня в обзоре женские штаны для трекинга от фирмы Trim, модели под названием Project Lady 2. Ну что ж, давайте поговорим теперь об этих штанах. Project Lady 2 от фирмы Trim – это отличные трекинговые штаны для активных женщин. Брюки хорошо обтягивают ноги, сшиты из 100% полиэстерового материала, который отлично тянется и не сковывает движение. Анатомическая форма колена повышает комфорт хождения и занятий спортом. На талии по бокам есть специальные резиновые вставки, которые улучшают посадку брюк по фигуре. Благодаря хорошей дышимости и влаговыводящим свойствам, в брюках будет не жарко находиться в теплую погоду или при активных физических нагрузках. Также в данной модели имеется два основных кармана по бокам, которые у нас на молнии. Смотрите, карманы достаточно глубокие, и здесь могут поместиться ваши мелкие необходимые вещи. Такой карман имеется с одной и с другой стороны. Ширинка у нас на молнии, а также дополнительно фиксируется вот такой вот клепкой. Внизу штанин имеется резиновая утяжка. В задней части штанов у нас имеется один карман на молнии. Вот он здесь у нас находится. В общем говоря, данные штаны реально крутые, но не стоит забывать, что здесь имеются еще такие петли, с помощью которых вы можете продеть сюда свой ремень и спокойно продолжать носить данные штаны. Но сейчас давайте посмотрим, как они смотрятся на женском теле. И не забывайте, огромное количество продукции от фирмы Trim имеется на нашем сайте mandrinnyk.com.ua.